Szép jó napot kívánok! Life is good, Hungary! Добрый день! Prajem vám krásny deň, Slovakia. Life is good. Guten Tag. Прекрасна вечер, Россия и... Хайрли кын, дуслар! Как ваше настроение? Наша задача, как семейный пар, чуть-чуть поднимать ваше настроение. Я надеюсь, первые в очередь уже мы получали, потому что мой сломанный язык будет очень хорошо и очень смешно, да? Ну, это, я думаю, это очень хороший пример. Я, как иностранец, тоже имею делать этот бизнес. Второй задач у нас показать, почему стоит ли делать этот бизнес. Что вы думаете, почему я или мы будем это показать вас? Когда есть вопрос? Почему? Потому что, как вы слушали, 28 лет я на бизнес, и до сих пор я на бизнес. У кого интерес нет, это после 28 лет еще есть жизнь на Life is Good? Интересует? Я хочу это рассказывать несколько слов, но в первую очередь я хочу начинать, как я начинал, что я получал первый раз. Ну, как раньше, я был 2 метра рост, кудринки, волос, инженер. И ну, у меня был один коллега, как дипломный люди, один друзья, гинеколог, то показал меня этот путь. На это человек, Энджел Габор, до сих пор я хочу благодарны ему, потому что он дал мне этот бизнес, давал мне несколько вопросов, что до сих пор не очень понимал, но он давал мне такой вопрос: ты хочешь начинать такой бизнес, когда я гинеколог, начинал хобби это бизнес, потом я буду основной профессией, как хобби делает. Но я не понял. Потом он говорил, я буду выбирать с кем, сколько раз и как. Но это не был такой хороший вопрос. Но Габор знает, у меня есть очень большая квартира, 12 квадратных метров. Очень практически и очень удобно было, потому что не нужно очень много работать там. Он всегда шутил меня, очень практически квартира у тебя есть, потому что ты поставил на кровать на центру, от кровати все можно поймать, кухня, гардероб, и все. И он давал мне такой вопрос 28 лет назад. Имре, хоть один раз прошел твой голова такое мысление вечером, когда кроме кушать ты хочешь что-то делать, ты хочешь другой комнаты. Ну, это был правильный вопрос. Я начинал этот бизнес очень сильный, и 8 месяцев я получал 6 уровня. Но это время, я думаю, все, уже. Но Габор, мой штуки, давал следующий вопрос. Потому что я хочу отдыхать, я хочу 2 недели, я не знаю, за границу куда-то, Таиланд. И он давал мне вопрос, зачем ты едешь туда, за чего, ты еще не восьмого. Да, ну хорошо, я опять начинал заново этот бизнес, потом я получал 8 уровень, потом опять я хочу отдыхать. Но он пришел и опять давал вопрос, ты нормал машина, Гейнваген, Мерседес, ты хочешь? Ну, обязательно. Опять я начинал заново. Потом дальше, когда я был уже 9-10 уровень, он дал мне такой вопрос. Ты кроме деньги, ты хочешь что-то контролировать? Ты кроме деньги, ты хочешь свободный делать этот бизнес? Ну, да, обязательно. Я начинал не только зарабатывать деньги, я начинал делать риторику, я начинал делать лидерский семинариум. Почему я рассказывал эту историю? Потому что мой настоящий штуки похожий, чем Роман Василенко. Я хочу очень большую благодарность, потому что, Роман, ты дал мне такую мотивацию, только мой штуки, настоящие штуки можно дать. Это очень большой аплодисмент, Роман. А,
обязательно нужно говорить еще один слов, потому что Роман был, ну, не вчера или не позавчера мы познакомились, уже очень давно, 25 лет. 25 лет до сих пор Роман всегда выдержал слов перед меня. Спасибо для этого. И он обещал меня лично, я буду дальше продолжать этот бизнес, я буду сам ответственность, я буду сам руководить мой бизнес. Спасибо, Роман. Потом я дальше продолжал этот бизнес. Уже 25 лет назад я был уже пенсионер. И потом я познакомился с одной фирмой, где я делал как хобби бизнес-тренинг. И потом прошел один, не зачаровался, очарованная женщина. Это была очень уникальная женщина. Ну, дальше она будет рассказывать, как она чувствует. Но сразу я чувствовал, эта женщина не только просто нормальная женщина, это ненормальная женщина. Спасибо, любимый, тебе за комплимент. Это было действительно так. Был 11-й год. Было у нас обучение, когда я занималась еще страхованием жизни, лидерский семинар LS1. И представляете, на LS1 нельзя опаздывать. Ну, так получилось, потому что я ненормальная. Я, значит, опоздала на его лекцию. Ну, наверное, минут 10. Открывается дверь, и, наверное, в тот момент, ну, возможно, так, он меня выбрал. Я не знаю, он сам расскажет. Ну, так вот у нас была встреча. И когда я обучалась у него, вы представляете, ну, 300 человек в зале, мы обучаемся, и у меня была мечта. Я сидела и думала, но об этом, это будет моим сюрпризом, я расскажу в следующем году. А так, хотелось бы еще сказать вам, вот поднимите, пожалуйста, руки те, кто первый раз здесь на конгрессе. Поднимите, пожалуйста, боже мой, как вас много. Вас очень много. Аплодисменты тем, кто первый раз здесь на конгрессе. Вы знаете, наше послание сегодня звучит именно для вас. Как вы думаете, девочка, провинциальная девочка, хочет жить хорошо? Она хотела бы жить хорошо? Да. Есть такие люди в зале, которые из деревень, из сел приехали. Вы хотите жить хорошо? Учительница хочет жить хорошо? Бухгалтер хочет жить красиво. Юристы, вы хотите жить богато? Мама, которая растит ребенка одна, и было ребенку 3 годика, и когда он видит игрушку, он всегда спрашивал первый вопрос. Мама, у тебя есть деньги? Как вы думаете, эта мама о чем мечтала? И пройдя несколько лет, как вы видите, мечта, именно то желание, которое у нее было внутри, она воплотилась. Она не стала за спиной богатого мужа, потому что у нее была мечта жить богато, красиво, иметь свое. Меня сейчас женщины поймут. Быть второй женой, одеть хиджаб, иметь свои деньги, иметь свое дело и наслаждаться жизнью. Кто не хочет? Представляете? Все эти периоды жизни прошла я. Именно из-за того, что у меня было желание, я хотела, я это делала, сегодня стою здесь. Вместе с замечательным супругом. Время я прошел, я встретился с не старым, но бывшим друзьям, Роман Василенко, и он тоже давал мне вопрос. Имре, обязательно мы вместе мы зарабатывали много, обязательно, это нормально. Ну что? Что даст это? Потому что деньги это можно кидать. Ну что будет дальше, через 5-10 лет? Ты хочешь начинать такой бизнес? После этого бизнес что-то будет остаться глубоко.
И через 30-50 лет тоже люди будут помнить, был такой человек, несколько, кто дал нас долгосрочный бизнес, стабильный бизнес, что раньше у нас не было. И он очень хорошо, очень правильно делал мотивацию. Сразу не был вопрос, период, я начинал. Можно много-много эмоциональных слов рассказывать, но у меня больше всего, как квадратный инженер, цифра убедился. Первый конгресс в декабре был 12 тысяч единиц, один месяц. Следующий конгресс был 25-27, это в два раза больше. Это время я чувствую, я уже начинаю. Ну, следующий конгресс 50-60 тысяч. Следующий конгресс был 130-140 тысяч. Сейчас сколько единиц был декабря? 280. Что показывал это для вас? Поднимайте руку, кто знает такую фирму. 5 лет постоянно можно минимум 2 раза больше оборот делать. Поднимайте руку честно. Потому что я 30 лет, ни один фирма не встретились. Каждый месяц, каждый 2 месяца, каждый брокерский фирма звали меня и хочет купить, и хочет что-то предлагать. Но ни один фирма нету такой, что постоянный, каждый год, 2-3 раза поднимать оборот. Потому что я хочу показать вам, эта фирма самая-самая лучшая фирма из моего рода. Это за этого я хочу благодарны до сих пор, кто начинал этот бизнес. И еще я давал этот вопрос. И половина зала еще не начинал. Представляете, когда мы будем что-то серьезное делать, куда мы будем ехать? Я хочу показать, почему это. Потому что всегда, каждое время, каждая категория, каждый момент я нашел мотивацию для меня. Я не знаю, у кого нет мотивации, но когда у кого нет, нужно нашли штуки. Вы знаете, кто это штуки? Руководитель, кто виноват всегда, потому что вы здесь. Или когда нет такой штуки, 100% будет еще выше штуки, кто будет дать вас мотивацию и причине, почему прекрасно делать этот бизнес. Когда нет штуки, 100% это зал, я знаю, несколько человек, что будет даст нас будущность и мотивация. У меня есть миллион мотивация, но в последнее время самая-самая большая мотивация рядом Оксана Иванова. И это такой человек, такой женщина, кто первый самая-самая умная, потому что когда я не знаю ничего, потому что я не знаю ничего, только единица. Когда я не знаю что-то, всегда я спрашивал Оксана. Но она вот не только умная, она красивая. И надеюсь, мой будущий дети мама. Life is good. Будь первым. Двигайся только вперед. И, конечно же, в бизнесе, как вы думаете, кроме действий, кроме цели, кроме мечты, что еще самое важное? Самое важное – это любовь. Потому что, что бы вы ни делали после этого конгресса, какие бы вы действия ни делали, если вы не будете себя чувствовать хорошо, если вы не будете любить людей, окружающих, свою команду, структуру, то, наверное, невозможно достичь того, чего достигли мы. Мы вас очень, очень сильно любим. Life is good!